Мы отвлечем вас всего на пару минут. Итак, представьте себе, в полицию поступает звонок от очень странного человека. Дежурный Сидоров, слушаю вас. Алло, полиция? Это Федор Васильевич Хамов. Скажите, пожалуйста, а который час? Докладываю, 19:00. Спасибо. Дежурный Сидоров, слушаю вас. Алло, это снова Федор Васильевич. Скажите, пожалуйста, который час? Вы же 3 минуты назад позвонили. Я не запомнил, скажите еще раз. Ладно, сейчас 19:08. Спасибо. И убедительная просьба, больше по таким пустякам не звонить. Дежурный Сидоров, слушаю вас. Алло, это Федор Васильевич. Знали меня? Да, Мамонтов узнал. Я вроде бы ясно сказал, что вы больше бы с этим который час меня не беспокоили. Я вас об этом и не спрашиваю. Я интересуюсь, которая сейчас минута. Товарищ Мамонтов, приезжайте в отделение и забирайте уже свои конфискованные часы. С вами были Алексей Гаськов и Александр Гаськов. Всё!